Назовите древние русские национальные напитки. Класс. Забег на этот раз был приурочен году культурного наследия народов России. Книгобежцы проверяли знания респондентов о музыкальном фольклоре и традиционных обрядах, сказках, мифах и легендах, художественных промыслах, ремеслах и других богатствах культуры народов, населяющих нашу необъятную страну. Конечно же, учитывали и возраст книгочеев. Сегодня в День знаний у библиотеки тоже праздник – «Бегущая книга». Этот забег у нас ежегодный и проходит уже в 8-й раз. Библиотекари выходят на улицы города, задают горожанам, детям и взрослым вопросы. И за правильные ответы мы вручаем призы. Тема этого года – год культурного наследия народов России. И, соответственно, все вопросы посвящены фольклору, быту, культуре народов нашей страны. В этом году забег прошел по 5 маршрутам. Помимо городских локаций, библиотекари встречали прохожих и на территории села Тарасково и деревни Починок. За правильные ответы дарили призы. Кстати, в 8-м по счету забеге приняли участие 372 человека. По итогу пробежали 12,5 километров, вручили 362 подарка – книги, сувениры, канцелярские товары. Правильно ответившие на все вопросы викторины осеннего интеллектуального забега всероссийской акции «Бегущая книга» в подарок получили произведения художественной литературы. Дарья Максимкина, Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.